соответствии с указом президента Владимира Путина 24 декабря 2021 года на должность заместителя министра внутренних дел Российской Федерации назначен руководитель Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Кравченко. Указ уже вступил в силу. У Александра Кравченко за плечами большой опыт службы в органах внутренних дел. Он окончил Институт народного хозяйства в 1984 году в Ростове-на-Дону. В 1993 получил юридическое образование в Академии МВД Российской Федерации. Службу в милиции начал в 1979 году. 15 лет прослужил в угрозыске. С 1999 по 2002 возглавлял Ростовское управление ГИБДД, после чего занимал пост заместителя начальника ГУВД по Ростовской области и по совместительству начальника криминальной полиции. В ноябре 2008 года указом президента Владимира Путина назначен на пост начальника Главного управления МВД России по Волгоградской области. В 2011 ему присвоено очередное специальное звание – генерал-лейтенант.